Хоккейная команда СКА «Уральский трубник» начала турнир с двух поражений. Сегодня в Иркутске состоялся второй матч Кубка России по хоккею с мячом в группе «Восток». Соперником первоуральцев стали хоккеисты кемеровского «Кузбасса». Уже на 11-й минуте кемеровчане забили первый гол в матче. Реальный шанс сравнять счет у хоккеистов «Трубника» появился через 8 минут. Но капитан команды Артем Шевков не реализовал пенальти. Чуть позже Егору Егорычеву все же удалось завершить атаку первоуральцев голом. В первом тайме с обеих сторон было еще два неудачно пробитых 12-метровых. После перерыва игроки «Кузбасса» атаковали стремительнее и забили трижды. Лишь на 62-й минуте Артем Лихачев отыграл один мяч, реализовав пенальти. Но до конца встречи кемеровчане вернули преимущество. Итог 2-5. Ранее хоккеисты СКА «Уральский трубник» встретились с командой «Байкал Энергия» из Иркутска. Больше половины первого тайма игра была равной при счете 1-1. Но за последние 8 минут иркутяне поразили ворота дважды. А во втором тайме красно-белые вовсе потеряли контроль игры. Этим воспользовался соперник, забив 5 мячей. «Трубник» сумел ответить лишь 2 голами. Финальный счет 3-8. По первому тайму были моменты, по обороне, в принципе, что-то получалось, но свои контр-игры мы не смогли навязать сопернику. Ну и во втором, видно, уже на усталости пошли ошибки, такие необязательные. Отсюда и такой счет.